поклонюсь тебе душою моей. Я поклонюсь тебе всем сердцем моим. Ты мой Господь, ты мой Господь, ты мой Господь. Мы можем сказать, что ты мой Господь, что ты мой Отец. Когда мы признаем Иисуса Господом и Спасителем своей жизни, Он наполняет наш дух, наша жизнь она меняется. Теперь уже не мы живем, но живет в нас Христос. И когда мы утверждаем, что Он Господь нашей жизни, когда мы доверяем Ему свою жизнь, то Он ей руководит. Просто провозгласи, запечатай это слово, что ты мой Господь, ты мой Отец. Я доверяю Тебе, я полагаюсь на Тебя. Ты Господин моей семьи, Ты Господин моей работы, Ты Господин моих детей, Ты Господин моих финансов, Ты Господин всего, что происходит в моей жизни. Если Ты не можешь справиться с ситуацией своей жизни, провозгласи, Ты мой Господь, Ты мой Господин во всех сферах моей жизни. Ты мой Господь, Ты мой Господь. Я доверяю полностью свою жизнь в Твои святые руки. Я без Тебя ничего не могу. Ты мой Господь. Ты Господь всего. Ты мой Отец. Аллилуйя. Ты мой Господь. Ты мой Отец. Ты мой Господь. Провозгласи, взывай. Если ты действительно нуждаешься в любви Отца, твой Отец, Он позаботится, как мы, родители. Мы желаем для своих детей все самое лучшее. Мы никогда их не оставим, мы никогда их не предадим. Так и Бог, Он твой Отец. Он знает всего тебя. Он знает твои достатки, достоинства. Он знает твои недостатки. Он знает все. Доверься Ему, Он твой Отец. Провозгласи, ты мой Господь, ты мой Отец. Я доверяю свою жизнь Тебе. Аллилуйя! Ты мой Господь! Ты мой Господь! Он Господь на каждой ситуации. Он Господь на этой земле. Он Господь в этой стране. Он Господин твоей жизни. Скажи «Да!» Ты мой Господь!
что Ты наш Господин, что Ты царь на этом месте, что дьявол, он бежит, потому что он не имеет права находиться здесь, ведь Господь наш Бог, Господь наш царь.